Дальше, да, давайте посмотрим на бюджетирование. Опять же, поскольку цепочки поставок мы имитируем работу системы и собираем статистику, да, информацию о том, что происходило, мы можем собирать и информацию по нашим затратам. Соответственно, скажем так, каждая отправка товара, она генерирует там определенные косты, да, это transportation cost, она же приносит нам деньги от продажи товара, ну или убытки, если мы перевозим, например, между складами. Все это может агрегироваться в такой вид отчета, ну, P&L, так. Соответственно, можем оценивать наши расходы или доходы по конкретным статьям. И в данном случае, если мы смотрим на соотношение revenue и total cost, ну вот мы явно видим точку, когда наши доходы начинают превышать расходы, да, некий точка return of investments. Что интересно, понятно, что один раз провести такой анализ недостаточно. Ситуации могут быть разные, и в принципе жизнь наша изменчивая, и ситуация на рынке тоже. И прелесть этого подхода в том, что можно рассматривать разные варианты, ну, в частности, давайте я вот покажу результат сравнения. Это та же самая цепочка поставок, только спрос на 20% выше, чем мы ожидали. Соответственно, мы можем оценить вот в этих двух строчках, к чему это приводит. С одной стороны, наши затраты увеличатся, поскольку мы больше возим, но с другой, профит тоже увеличивается, и ну, суммарно, да, если мы посмотрим на такое решение, то, скажем так, цепочка наша справится с увеличением спроса, и при этом там, доход наш будет выше, чем... Нет, может быть другая ситуация, если у нас есть, опять же, там, какие-то штрафы за неудовлетворение спроса, тогда увеличение спроса может приводить к тому, что наш суммарный доход может снижаться. Так. Тут вопрос, я, может, как-то быстро начал двигаться дальше. Да. Можно спросить, а вот система поддерживает drill-down? То есть, например, если там посмотреть, вот были затраты там транспортные, такие, то есть там, ну, как в клике, например, раз провалиться дальше, смотришь. Да, хороший вопрос. Давайте. Ну да, вот любой дед, кстати, и провалиться дальше. Я не помню. Статистика может собираться с разными уровнями детализации. И в зависимости от того, какой уровень детализации выбран, мы можем выбрать уровень уже визуального представления, но, естественно, не детальней, чем уровень, на котором она собиралась. В данном случае мы собирали там, с детализацией по объектам. И если я поменяю на детализацию по объектам в представлении, то мы увидим затраты уже по каждому из складов. Можно выбрать какой-то один, какие-то два? Да, это тоже настраивается схожим образом. То есть помимо того, по каким, скажем так, ключам происходит детализация, мы еще и можем задавать фильтрацию. Соответственно, сейчас там выбраны все. Ну, я выберу какой-то один склад. И так
тогда мы увидим информацию конкретно по этому складу.